Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и говорить сегодня, конечно же, будем об итогах сессии Харьковского городского совета, которая прошла сегодня, о том, что было принято, о том, чего принято не было, и главное, почему так произошло. Поговорим сегодня с гостями студии, которых я с удовольствием представляю. Волонтер группы «Вильни Люды» Богдан Ткачук. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте. И депутат Харьковского городского совета Дмитрий Маринин. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте, наверное, с главной темы. Все-таки это не из непринятого, да, как я сказал, это по поводу того, что городской совет не признал Россию страной-агрессором. В принципе, прогнозируемый, как по мне, результат, особенно после интервью городского головы, если я не ошибаюсь, «Украинской правде», в котором этот вопрос был поставлен, и там ответ был совершенно однозначный. Зачем, в принципе, требовалось лишнее подтверждение этого всего? Дмитрий. Ну, смотрите, вот мы не перестаем сегодня убеждать власть, центральную власть в Киеве, о том, что сегодня остался последний форпост, я не побоюсь этого слова, сепаратизма. Это Харьковский городской совет во главе с их предводителем. Почему? Я об этом пишу во всех социальных сетях, я об этом говорю везде. Я не скрываю о том, что я давно не испытываю иллюзию в отношении господина Кернеса и прекрасно знаю, что он с флагами, как на фотографии... Показали. Да, можно показать даже фотографии. Я думаю, что... Вот он со своим другом... Это 1 марта, да, прошлого... Это 1 марта прошлого года. Да. Я не сомневаюсь о том, что и сегодня он готов... Вот так же под русскими флагами встретить армию Российской Федерации. И мы не хотим провоцировать никого. Мы задаем просто элементарный вопрос. Ведь сегодня я знаю, мне известно о том, что Мариупольский горсовет, Киевсовет, Луцкий совет городской, Винницкий областной совет, Днепропетровский горсовет, Ужгородский и так далее. Они... поддержали то постановление Верховной Рады, в котором Верховная Рада обращалась к европейским институтам, обращалась к парламентам, национальным парламентам стран мира о признании Российской Федерации государством-агрессором. Они смогли это сделать. Почему не может это сделать первая столица Украины, Харьков? И мы хотим показать это этим самым общественности, что сегодня особое внимание надо обратить именно на Харьковский городской совет. И поэтому мной было сделано такое обращение. Я подготовил проект решения и вчера его отправил на Харьковский городской совет. Ну, ответ вы все знаете. Да. Первое, это то, что сказал Кернес, что это будет нарушением регламента. На это я отвечаю сразу. Сегодня было таких нарушений регламента как минимум два. О них я расскажу позже. Второе, это не наша компетенция. Об этом я тоже уже впереди, в начале своего разговора сказал. Несколько городских советов и областные советы поддержали такое решение Верховной Рады. И третье, началось какое-то, извините за выражение, блеяние о том, что мы город Харьков является приграничной зоной. А что это меняет? У меня вопрос встречный. Ну, Кернесу уже невозможно задать встречный вопрос. Он, как правило, знаете, он выключает микрофоны, потому что сегодня он уже это делал в отношении меня, поэтому это было еще одно нарушение регламента. Поэтому мне бы хотелось сегодня, чтобы и Харьков, и главное, президент, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура особое внимание уделила Харьковскому городскому совету, в частности, выступлением неких депутатов Мусеева, который революцию чести, революцию достоинства назвал государственным переворотом на последней 36-й неочередной сессии. Выступление сегодня господина Лесика. То есть много очень вопросов у меня сегодня к горсовету. Поэтому то, что сегодня произошло, это еще раз показало о том, что сегодня нужно особое внимание уделить конкретно депутатам Харьковского городского совета и конкретно господину Кернесу, который командует сегодня, это ни для кого не секрет,
подавляющим большинством депутатов в городском совете. Вот вы употребили термин «сепаратизм». Корректно ли и уместно ли его употреблять в этой ситуации? Насколько я помню, там при всем, при том, что страной агрессором не признает, но тем не менее за то, что Харьков в составе Украины, территориальная целостность и так далее, то есть тема территориальной целостности вроде бы проговорена и соблюдена. Смотрите, я привык, знаете, вот я привык констатировать факты. Слова, их же к делу не пришьешь. Я вижу пока поведение городского совета, прежде всего, когда на 34-й сессии я попросил всех почтить память погибших солдат, ведь не встали, из 200 человек в зале встали только пятеро. Потом, когда мне пришлось громко это сказать и громко попросить, и они увидели, когда Кернес им дал команду, они начали подниматься. Поэтому, вы знаете, я по выступлениям, по конкретным выступлениям депутатов, я, знаете, вот слова – это слова. Я вижу пока факты. Я вижу факты такие, что сегодня ни один из депутатов, ну, я себя не имею в виду, городского совета, не пришел на то, что на панихиду, которая была по Героям Небесной Сотни. Это не уважение, но не сепаратизм все-таки, да? То есть, вы знаете, это сепаратизм – серьезная вещь, это фактически статья, да? К сожалению, я думаю, что на сегодняшний день есть все основания для того, чтобы некие статьи против некоторых депутатов уже начинать возбуждать и вносить в ЕРДР уголовное производство. К этому есть все основания, я, к сожалению, не могу сказать больше, чем говорю, потому что не хочу разглашать некие вопросы следствия, но на самом деле я считаю, что игрушки уже надо прекращать на самом деле. Мы не просто прифронтовая зона. Ведь прямо было сказано советником Лубкивским службы безопасности Украины о том, что след тянется в Российскую Федерацию, конкретно в город Белгород. О чем мы можем еще говорить? Я русский человек. У меня много родственников в России, близких родственников. Но я не считаю сегодня россиян агрессорами. Я считаю сегодня государство Россия. Я считаю сегодня президента Путина конкретно агрессором. И поэтому вот в данной ситуации со мной многие не соглашаются. Я имею в виду депутаты Горсовета. Ну, общественность, я так понимаю, да, меня вот в этом поддержит. Хотелось бы тоже, Богдан, что думаете вот по этому поводу? Сепаратизм, не сепаратизм? Ну, сепаратизм однозначно, поскольку уже несколько сессий Горсовета выдвигается идея выделить из резервного фонда какие-то определенные суммы денег на ремонт бомбоубежищ, строительство блокпостов, установку видеокамер дополнительных в городе. Я понял, но просто то опять есть, же, вот, это же другая совершенно история. То есть это можно, нет, подождите, говорить, это одна и та же история. Ну вот как по мне, сепаратизм все-таки это призывы там четкие, вполне, да, вот. А призывы сегодня были, сегодня выступал депутат Горсовета Лесик, небезызвестный Дед Мороз, так как в народе уже прозвали в городе, да. Он конкретно сказал, я думаю, там можно привлекать о том, что Россия наш друг здесь, что народами мы должны дружить, не меньше смотреть на Киев, так больше Дмитрий здесь тоже решать говорит, вопросы. Что народ, собственно, не агрессор, что мы же его тоже не будем привлекать, наверное, по этому нет, поводу. Нет, он еще вспоминает в этом контексте столицу Украины Киев и заявляет о том, что как бы вот Киев там сам по себе, а мы здесь должны жить дружно, мирно, войны у нас нет, вот, дружить с россиянами, у нас бизнес с ними общий, у нас с ними с государством какие-то контракты заключены, мы там троллейбус покупаем, еще что-то, поэтому мы с ними ссориться не должны. Пускай там ребята умирают на фронте, стреляют, а мы здесь будем дальше с ними как-то вот ждать прихода, или как бы нужно понять эти все слова, однозначно. Государственный переворот в Киеве произошел, это слова Мусеева. Это можно отнести к сепаратизму, я думаю. Я думаю, можно, однозначно. Он сегодня, по-моему, в Фейсбуке выставил объяснение, что такое государственный переворот, и что он не это имел в виду, как-то вот начал размычато, скажем, уходить от этой темы. Но мы же понимаем все, что голосование, они — это факт. За что мы голосуем, какие мы решения принимаем. У нас коллективный орган, до которого мы не можем в середину проникнуть и понять, чем они там дышат. Они слитно, монолитно голосуют за что-то. То есть их привлечь сразу весь горсовет нереально. То есть дал отмашку наш мэр,
мы голосуем за вопрос. Не дал отмашку, мы не голосуем. От предыдущего состава Верховной Рады отличается, там Чечетов подавал, да, ну, руку да, поднимал, да, да? Да, а здесь просто перед внесением, перед голосованием непосредственно мэр говорит: ребята, мы там принимаем этот вопрос, все, ребята, мы теперь голосуем. Все увидели, нажали кнопку. Кстати, сегодня было несколько моментов, когда ему это не удалось. Это, как бы, это голосование по парку Горького, которое... Да, я хотел по парку Горького рассказать, как бы, преамбулу и перейти, потом Дима расшифрует эти вот хитрые комбинации, как депутатские. Мы примерно неделю назад обращались в парк Горького к господину Поздееву, это директор КП, да, с требованием разъяснить нам, куда расходуются деньги, которые выделяются субвенцией из нашего городского общего бюджета на парк Горького. Там было 86, по-моему, миллионов, из которых 51 это шло на оплату труда, на оплату коммунальных каких-то услуг, электроэнергии и так далее, и так далее. Здесь, возможно, есть вопросы, мы пока не рассматривали. А еще выделяется 34 миллиона на развитие. Какое-то развитие. На что 8 миллионов мы ремонтируем дорогу уже за парком Горького, которая делает дачи красивые стоят у нас, да, за Гиппенштрассе, так называемую. Да? Вот туда мы 8,5 миллионов выделяем, 600 тысяч мы выделяем на покраску какого-то аттракциона «Слоники». И вот еще пару пунктов, все, как выделяется, что там заложено. Они утверждают, что там есть какая-то статья о погашении предыдущих кредитных ресурсов, которые были привлечены к парку Горького. Я ему написал запрос после этой встречи. Пожалуйста, разъясните, с какой кредит, под что брался? В 2011 году его брали, это все, что мне удалось узнать. Сумма не очень озвучивается, непонятно, в районе 20, по-моему, миллионов, если не ошибаюсь, да? Да, в районе 20 миллионов евро, не украинских денег, да. Естественно. Да. Гасится она уже 3 года. Какими-то непонятными путями, какие-то проценты, что-то там. Ну, мне тоже, например, интересно. Думаю, вам интересно знать, как происходит. То, кроме того, там есть такой пункт, как под кредитные обязательства были заложены какие-то городские, скажем, строения. Коммунальная собственность. Коммунальная собственность, собственно говоря. Слухи. Какая коммунальная собственность? То ли это метрополитен, то ли это, может, здания какие-то в центре города или еще что-то. Мне интересно, да? Ответ был очень формальный, буквально на листике А4, через 2 дня вот на комиссии он мне Поздеев передал. Да? Там вот, мы не можем на то ответить, мы не можем на все ответить. Вот, взагалі это закрытая информация. Министерство обороны, вы понимаете? Парк Горького мы не можем узнать. Мы пошли, следующий шаг был, мы пошли на общую комиссию. Это было позавчера. Собиралось порядка 50 депутатов. То есть все вот эти вопросы, которые они не успели до этого рассмотреть, вот они здесь указаны, 17, они на этой общей комиссии быстренько там за 2 часа принимают. Мы пришли, опять задаем вопросы. Секретарю горсовета, вот я лично требования выдвигал, присутствовал Поздеев, директор, дайте выступить директору, мы зададим ему вопросы вот эти все, отдайте ему, он даже не дал ему слова сказать. Я понимаю, что, возможно, там он бы и не ответил директору, собственно говоря, но хотя бы выступить могли бы дать, да? Третий пункт, мы дальше переходим уже к сессии городского совета. Опять-таки возникает вопрос, и задавал Маринин, задавал Радзинский задавал вопрос, опять-таки по парку Горького, ответьте, пожалуйста, куда идут эти деньги? Раз уж мы зацепились за этот вопрос, ну уже можно было его открыть. Это по сравнению с 5 миллиардами городского бюджета, вот эти 34 можно было уже раскрыть и сказать, куда мы деваем. Нет. Как общественность на это реагировать? Это нормальная ситуация, как вы думаете? И ни на сайте нет информации, принимается решение, проходит время, должно бы опубликовать его, как бы, да? Ничего не публикуется. Это не только парк Горького, это везде так, это закономерность. То есть, если раньше нас не пускали на сессию, чтобы мы там как-то не напугали депутатов, то теперь мы туда с горем пополам как-то заходим, да, кстати, первый раз, на нас, да, смотрят не было такого, и да? Нажимают кнопочку и все равно голосуют за то же самое, за то же воровство, и мило нам улыбаются там. Может, не воровство, может, они честные люди, но вы покажите эти цифры. Мне это интересно, громаде интересно, активистам интересно. А почему все-таки вот с третьей попытки, да, если я не ошибаюсь, проголосовать? Да, ну вот это что там за сопротивление такое? Смотрите, было непонятно. Ну вот там получилось каким образом. Я задал вопрос в лоб, Кернес говорит, я буду отвечать. Я говорю, я хочу задать вопрос, какая все же коммунальная собственность находится в залоге? Ответ – молчание. И он выставляет это на голосование. И набирает всего-навсего 50 голосов. Смотрю, Кернес засуетился. Он не ожидал такого.
Потому что на самом деле мы-то все знаем, и я хочу в этой передаче сказать, и хотел объявить об этом же и на сессии, но мне не дали, выключили микрофон. О том, что сегодня в залоге находится коммунальное предприятие «Метрополитен». Об этом они до сих пор боятся говорить. На совместном заседании комиссии Бабицкая задавала этот вопрос директору департамента культуры. Я два раза задавал вопрос, она от него вот как-то плавно уходила. Вот. В итоге мы это знаем уже. И поэтому не всем, наверное, все-таки депутатам, наверное, интересно было все-таки узнать, точнее всем абсолютно, что же находится в залоге. И поэтому произошло такое голосование. Сбой. Сбой в машине Кернес и Ко. Он с нарушением регламента, подчеркиваю, с нарушением регламента ставит второй раз это на голосование. Второй раз сбой. Ладно, говорит Кернес, и этот вопрос пропускаем. Потом рассматриваются все остальные вопросы. В конце уже и в конце опять с нарушением регламента он выносит это на голосование. Мое предположение следующее. Были взяты у специалистов комиссии карточки, их вставили в места депутатов, которых не было, и были проголосованы двумя руками. Ну, то есть, как это привыкли делать, допустим, в Верховной Раде было раньше, это очень распространенное. Я думаю, что такое же самое, скорее всего, было сделано и здесь, и вдруг всплыли еще 5 голосов, плюс 5 голосов, и было проголосовано 55. Вы к прокурору обращались? Обратился, да, я сразу со сцены, да, я обратился. Прокурора, оказалось, нету. Попович же сбежал. Подал в отставку, вдруг неожиданно. Причем объявил об этом, хотя мы все прекрасно знаем, что согласно новому закону о прокуратуре, прокуратура города будет скоро просто ликвидирована. Попович прикинулся жертвой и ушел, якобы мы этого не знаем. Мы это все знаем. И в зале не было никого из представителей городской прокуратуры. Значит, завтра я буду писать на прокурора, скорее всего, области, потому что на городскую я не надеюсь. Буду писать запрос о том, чтобы 35-й вопрос конкретно был, решение по нему не было признано законным, потому что на самом деле оно принято с нарушением регламента. А можно сразу вот еще тоже по регламенту, поскольку с регламентом мы, в общем-то, и начали, с вынесения вопроса о признании России страной-агрессором. Что там было противоречиво регламенту? Это действительно так? То есть сессия городского совета имеет право вот такого рода вопросы рассматривать? Смотрите, этот вопрос на самом деле, он очень, я считаю, он критичный сегодня и для страны, и для города Харькова. И поэтому рассмотреть это с голоса вполне было возможно. Я просто к тому, что сейчас, если опять же придерживаться одного принципа, то он, наверное, для всех должен быть. Да, если ну, там смотрите, есть нарушение регламента и оспаривает решение, то и это решение. Мы должны понимать, принято, что может быть регламент оспорено. Это не закон Украины. И сам регламент, о чем выступали другие там активисты, и сами признают депутаты, многие они говорят, что давайте переработаем, он в конфликт входит с законами Украины. Это придумано, по-моему, в 2009 году или 2010 были внесены в него последние изменения. В 2010 были внесены, последние изменения в него были внесены. И с тех пор регламент находится в конфликте. То есть что у нас главнее? Закон Украины, допустим, о доступе к публичной информации, либо регламент нашего горсовета, который на него ссылаются и эту информацию не предоставляют ни активистам, ни депутатам. Вопрос чисто риторический, потому что закон имеет высшую силу. Здесь происходит та же самая ситуация, когда ставит депутат на голосование тот или иной вопрос. Сразу же мэр отсылает обратно вот туда, в комиссии, до комиссии, заявление, потом опять очередное, на комиссии никто не голосует, потому что там его сидят депутаты, либо не выносят вопрос, затягивают. Потом опять-таки общая комиссия, там та же самая ситуация, через месяц на следующую сессию выплывает этот вопрос. Через месяц, возможно, это не актуально будет, либо актуально, я не могу сказать, как будет развиваться в стране ситуация. Но так вот мы замылили. Это любой вопрос так делается, примерно. Я просто понял, то есть это процедурная такая штука. Не коллизия, это хитрая такая вот наша. Да, Дмитрий, прошу. На самом деле, вот то, что Богдан говорил, вот он показывал те вот 16 вопросов, вопросы, да, которые туда лежат. Это на комиссию вот было, принесли. Вот это не были, эти вопросы, 16, не были рассмотрены 17, на постоянных комиссиях. И они были вынесены на совместное заседание. Совместное заседание комиссии
оно, в принципе, противоречит всему, что только можно. Это, в регламенте есть такое положение о совместном заседании комиссии, но нет, не объясняет их, ее правомочия. Чрезвычайная ситуация. Она может собираться только в каких-то чрезвычайных ситуациях. То есть вот это 16 вопросов чрезвычайные, как оказалось. В том числе здесь как раз и договор по парку Горького был озвучен. Так вот, я к чему это хочу сказать? Что с 2010 года, с тех пор, как Кирнос стал мэром, нарушение регламента, это, знаете, как поздороваться, понимаете? То есть сегодня Кирнос игнорирует вообще все законы, игнорирует регламенты. И поэтому я буду инициировать опять повторно рассмотрение этого вопроса. Я специально не написал, зная умных его юристов, я специально не написал номер сессии. Я предложил это сделать с голоса на этой сессии. Раз отказали, значит, хорошо, ребята, мы будем требовать об этом, чтобы это было рассмотрено на комиссиях, как положено. И каждая комиссия рассмотрит, и потом вынесение на сессию. Значит, не получилось сейчас, получится в следующий раз. А по поводу регламента хочу еще что вам добавить. Я сегодня там несколько цифр увидел, по которым задал вопрос, на который опять же мне выключили микрофон. Там всплывают 2,5 миллиона по департаменту здравоохранения, вдруг всплыли, откуда ни возьмись. Их не было даже на совместном заседании комиссии. Это первый момент. Второй момент. По департаменту жилищного хозяйства я задал вопрос Нехорошкову, это директор департамента. Как вы рассчитывали 5 миллионов на отлов животных? Скажите мне, пожалуйста. Я задавал его на комиссии, докладывал его заместитель. Его заместитель сказал, что мы пользовались выводами института, и на основании этих выводов вот такой расчет, что нужно 5 миллионов. Сегодня я задаю вопрос конкретно на сессии Нехорошкова. Какие это расчеты? Расскажите, кто проводил эти расчеты, откуда взялись 5 миллионов? Ответ Нехорошкова. Это погашение кредиторской задолженности за 2014 год. Мысль уловили? То есть на комиссии нам рассказывают, что это деньги 5 миллионов на 2015 год, Нехорошков рассказывает на сессии уже, что это деньги погашения кредиторской задолженности за 2014 год. То есть игра в наперстки продолжается прямо с нами, с депутатами, не только с харьковчанами. Вопрос, который, в принципе, наверное, требует более серьезного разбирательства, это во всяком случае, как бы не относиться там, к тем или иным сторонам процесса, но деньги действительно серьезные, и разобраться, как, почему и куда они тратятся, это, наверное, нужно. Время наше подошло к концу программы. Спасибо, что сегодня были нашими гостями. Ждем следующей сессии. Надеюсь, она будет более конструктивной в любом случае, да, и на пользу харьковчанам. Спасибо еще раз. Спасибо, что смотрели нас сегодня. До свидания. До свидания. До свидания.